На выставке МВЦ-2013 мы нашли стенд компании Caterpillar, которая с некоторых пор производит защищенные телефоны. Ребята в своем стиле, как всегда, не думают о том, что защищенный телефон может быть изящным, например, как Sony Xperia Z. Нет, это вот такая брутальная штука, чисто мужская, которой можно вот так вот стучать по всяким стендам, мочить под водой вообще без проблем. И все это будет продолжать работать под управлением Android. Не всегда все это получается изящно, надо отметить. Но, тем не менее, работает. Смотрите. В принципе, этот телефон можно не только вот так вот под воду засовывать, но и опускать на глубину до 1 метра на полчаса, ронять с высоты 1,8 метра. Экран устройства выполнен по технологии TFT, диагональ 4 дюйма, разрешение 800 на 480 точек. Нормальная, в общем, картинка, особых проблем нет. Работает гаджет, построен гаджет на платформе, в которую входит двухъядерный процессор MediaTek с тактовой частотой 1 ГГц, 512 МБ оперативной памяти и 4 ГБ памяти основной, но ее можно расширить с помощью карточек microSD объемом до 32 ГБ. Что у нас здесь есть? Кнопка включения, защищенный заглушкой аудиоджек, порт microUSB, тоже защищенный заглушкой, такой мощной, которую не так-то просто открыть. Снизу нет ничего, все вот такое прорезиненное, если не стальное, то прорезиненное. Ну а справа регулятор громкости и кнопка, которая включает камеру. Это очень неплохо, камера может снимать и под водой, соответственно, не нужно касаться... Не обязательно касаться экрана, можно просто нажать на хардверную кнопку, и все будет снимать достаточно неплохо. Вот такое устройство появится в продажу уже в марте по цене 330 евро. Это в Европе. Что будет в России, пока непонятно. Я, честно говоря, в Москве, например, их не встречал. Но такую штуку я бы подарил какому-нибудь другу, прорабу, который работает на стройке, управляет строительством никак не достраивающегося Москва-Сити. Вот такая неплохая штуковина. Будем продолжать искать интересные вещи на выставке МВЦ 2013.